Фонд развития промышленности Чувашской республики ищет инвесторов. Сегодня были намечены первые шаги на пути сотрудничества с компанией «Электрорешения». Она работает на российском рынке электротехники. В РИО главы Чувашии Олег Николаев и учредитель фирмы Дмитрий Назаров обсудили возможность размещения в Чувашии нового производства. ЕКФА стала одной из первых компаний, которую заинтересовали благоприятные условия ведения бизнеса. Потенциальные инвесторы посмотрели, как работают индустриальные парки в Чебоксарах и Канаше. Осмотрели земельные участки, в том числе в Новочебоксарске. Ну, прежде всего, ваш регион для нас является некой меккой, притягательной по людям. Компетенция, которая сегодня сложилась в массе своей в этом регионе, это большое количество профессионалов в электротехнической отрасли. Это инженера, это конструктора. Это не может не привлекать такие компании, как ЭКФ, ввиду того, что основой нашего развития является разработка электротехнических изделий. Сегодняшний приезд представителей ЭКФ Дмитрия Валерьевича я воспринимаю как первый сигнал нашей деятельности по трансформации Института развития Чувашской Республики и четкой координации деятельности всех предприятий, которые направлены на поддержку и развитие инвестиционного процесса и предпринимательской активности на территории республики. Отметим, ЕКФА – крупнейший российский производитель низковольтной электротехники. Ольга Алексеева, Юрий Марков, Республика.